Третьяковская галерея, зал 24. Не очень большой зал, как, впрочем, и много других залов Третьяковской галереи. Не в пример роскошным залом Русского музея или огромным залом другого музея, носящего то же имя Третьяковка, на Крымской набережной. Но в этих холодных чистых залах нет той души и домашней атмосферы, в которую мы сразу же погружаемся при входе в Третьяковку в Ларушинском переулке. Вспомним, что это была частная галерея, основанная одним человеком в его собственном доме. Этот небольшой зал с картиной, о которой пойдет речь, находится в стороне от обычного экскурсионного маршрута. Да и находятся в нем картины художников не первого ряда. Не всем знакомы даже их имена. А картины очень интересны. Перед каждой можно остановиться и надолго. Есть о чем сказать. Вот, к примеру, вся правая сторона зала – это картины художника Владимира Маковского. Странным пророчеством для творчества Владимира Маковского кажется картина «Вечеринка». Он работал над ней необычайно для него долго. Первый известный карандашный эскиз к «Вечеринке» относится к 1875 году, а окончательно работа была завершена только в 1897 году. Судя по всему, за эти более чем 20 лет работы Маковский поднялся от простой фиксации типичной для второй половины XIX века ситуации, когда компания молодых людей собирается за самоваром и скромным столом, и их вечеринка оказывается лишь прикрытием для опасных бесед, до создания гораздо более обобщенного образа поколения молодых радикалов. Неважно, народников 1870-х или марксистов 1890-х годов. Маковский, возможно, и сам не сознавал того, что главный его талант заключался в умении зафиксировать самое типичное и узнаваемое в окружающей действительности. Так что его картины впоследствии могли служить самыми достоверными иллюстрациями к любому учебнику или монографии по русской истории второй половины XIX века. Впрочем, он и сам отдавал первое место среди прочих жанров живописи именно бытовому жанру. Итак, в окончательном варианте вечеринки перед нами предстает компания молодых, по большей части людей, которые собрались в небольшой скудно освещенной комнате вокруг стола, накрытого для довольно скромной, если не сказать убогой, трапезы. Старательный зритель может пересчитать персонажей картины и обнаружить, что их 13 человек. Стол и 13 участников трапезы – такое сочетание сразу наводит на мысль о тайной вечере, и тогда вечеринка Маковского из обычной жанровой сценки превращается в нечто более серьезное, заставляя внимательнее присмотреться к ее персонажам и изучить их более пристально. В центре композиции, там, где в сцене «Тайной вечери» традиционно помещается фигура Христа, у Маковского появляется девушка в простом коричневом платье с белым воротничком, которая держит за спинку венский стул с круглым сиденьем, оперев его только на две передние ножки. Девушка подняла голову вверх, ее глаза прикрыты, щеки разрумянились. Похоже, что она находится в экстатическом состоянии от собственного выступления. Это не просто снижение или циничное переосмысление евангельской сцены в духе новых общественных веяний. Это настоящий вызов. Считается, что прототипом центральной героини в картине Маковского была сама Софья Перовская, активная участница революционной организации «Народная воля», которая была организатором убийства царя Александра II.
Между прочим, Перовская была первой женщиной, казненной в России по политическому делу. То есть она сознательно принесла себя в жертву во имя идеи, которая, по убеждению народовольцев, должна была способствовать установлению совершенного общества на Земле. Если учесть все это, то получается, что на полотне Маковского образ Иисуса воплощается в виде женщины-террористки. Это уже не добродушная ирония жанриста, а какое-то зловещее пророчество, знаменующее скорый приход эпохи, в которой все привычные устои будут искажены или перевернуты на 180 градусов. Кстати, венский стул, рука главной героини, который изображен вполне обыденно, вполне можно трактовать как символ виселицы. За спиной главной героини стоит юноша в белой рубашке, который восторженно аплодирует ее выступлению. Если продолжить евангелические аналогии, то можно сравнить его с любимым учеником Христа Иоанном. А оппонентом девушки является высокий молодой человек с трубкой в зубах, которого художник изобразил в профиль справа на переднем плане картины. Он сосредоточенно слушает речь своей единомышленницы, но вся его фигура выражает скептицизм. Апостол Петр, или, может быть, Фома неверующий. В принципе, можно продолжить искать прототипы персонажей с картины Маковского среди участников «Тайной вечери». Но, скорее всего, художник не ставил целью высмеять или спародировать ключевой эпизод священной истории. Вероятно, он старался показать, что в революционное движение уже оказались втянуты абсолютно все слои населения тогдашней России. На конспиративной вечеринке мы видим офицера и, вероятно, дворянина в мундире с золотыми погонами, разумеется, студентов, представителей мещанского сословия, работяг и, возможно, семинариста в черном подряснике, комментирующего или возражающего выступающей девушке. Он стоит напротив нее у стены, и его рука создает определенную линию сопряжения между ними. Кстати, кроме нее в компании можно заметить еще двух дам, одна из которых на заднем плане прикуривает сигарету, а вторая, постарше, имеющая вид профессиональной революционерки, сидит совершенно по-мужски, широко расставив ноги у правого края полотна. У торца стола дремлет на стуле благообразный внешний старик с белоснежной бородой. Скорее всего, это старый анархист, патриарх революционного движения, представитель того поколения, которое, так сказать, разбудили декабристы, прототипом которого мог быть сам князь Петр Кропоткин. Если продолжать ассоциации с «Тайной вечерей», то в картине присутствует явный Иуда. Это молодой человек, который не присоединился к общей трапезе и не участвует в обсуждении выступления. Он сидит за отдельным столом, перед ним стакан с водкой. Остальные пьют только чай из самовара. Впрочем, возможно, что на собрании обсуждают как раз его прегрешения перед организацией. Что именно он натворил, можно только предполагать. Но если исходить из евангельских параллелей, то, вероятнее всего, его уличили в предательстве. Возможно, его товарищи узнали, что он сотрудничает с охранкой, или изобличили его как провокатора, или же оказалось, что он принципиально не разделяет основные принципы революционного движения. Его мрачный вид, свидетельствующий о тягостных и пессимистических размышлениях, вполне закономерен, поскольку с предателями члены революционных организаций обычно не церемонились. И ничего хорошего в ближайшем будущем этому герою ждать не приходилось. Мрачное настроение дополняет крайне неприятно коричневато-красноватый колорит картины, который к тому же создает ощущение действительно тайного конспиративного собрания. Любопытно, что с единственной лампой, которая освещает комнату, свисает салфетка, вероятно, необходимая, чтобы еще более заглушить освещение. Можно предположить, что вечеринка Владимира Маковского стала своего рода его ироническим ответом на богоискательство его современников и коллег по товариществу. Похоже, что, будучи, так сказать, певцом современности, художник как будто перенес известный всем сюжет в свою эпоху и посмотрел, что из этого может получиться.
Многие лица на картине Владимира Маковского портретны. Современники видели в девушке-курсистке знаменитую революционерку, члена тайной организации «Народная воля» Софью Перовскую, почетном старике в красной рубахе народнического писателя Иеронима Ясинского, а в задумавшемся мужчине средних лет, сидящем за отдельным столом революционера и инженера Николая Кибальчича. Вечеринка, представленная на 25-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок в 1897 году, привлекла всеобщее внимание публики. Критика отмечала, что художник иронизирует над героями произведения. Журнал «Русский вестник» определял действующих лиц картины как уголок российского затмения, кучку нигилистов, акцентируя внимание на том, что девушка имеет вид особый, пламенно декларирующий какое-то трескучее и запретное социалистическое стихотворение. А современник художника Иероним Ясинский так описывал это произведение. За чайным столом и вокруг него сидят и стоят представители разных поколений, обсуждают жгучий вопрос. Молодая девушка говорит речь, ее жадно слушают, горят глаза. Кто рукоплещет, кто понурил голову в раздумье.